пропускает. Мы с тобой переписывались в ВК. Доделал своего монстра? Не совсем. Не совсем? Подвеску только переднюю сделал. А-а-а. А я, видишь, на Максима поменял. Понятно. Вопрос, надолго или хватит? Слушай, ну, по крайней мере, из коробки, ну, хз, ну. Сама электроника главная. Ну да, но там, блин, гораздо все лучше, чем в Куге. У меня там начались проблемы, уже это. Да? Дальше. А что началось? Да ладно, да? Такая сыромятина, что рвет, да, святку, сварку. Охренеть. Самое интересное, отвез на аргон. Ага. Аргончик не смог заварить. А почему? Сплав непонятный. Сплав непонятный. Не берет просто. Он пытается его лудить, а просто капельки скатываются и все. Охренеть. Людям показать хоть. Я видос попутно снимаю. Слушай, ну о, нормально. Куга модифицирована, но. Какая она должна быть изначально? Да, а вот заднюю часть нужно будет делать. Тем более тут... Слушай, у тебя заднее уже колесо поменено, да? Да. Ты покупала его за сколько? Покрышка обошлась 2000. 2000, да? Ты с Алика заказывал? Нет, не с Алика, я с Москвы. С Москвы заказывал, да? У меня и второй такой же. А-а-а. У меня же два мотор колеса были. Я еще пока просто не успел по времени к сезону подготовиться. У меня два мотор колеса будет полный привод. Ну, чтобы горки с электроникой разбираться. А чё, голову? А там любит. Пока ничего не понятно. Я посмотрел кучу роликов. Именно по переделке. Ага. У меня цвета, получается, шлейфа не совпадают, то, что мне объясняют. Они уже подсоединили, но толком показать не могут. Какие по счету провода на управлении. Это надо разбираться с этим. А крыло велосипедное? Крыло все стандартное. Стандартное? Просто резину на него нацепили. И поменял этот перед-зад, да? Или такой же крылой было? А все стандартное, да? Единственное, только система крепления. Ну да. Колхозная. Но зато держится. Держится, да. И это самое главное. Ну прикольно. Я даже соревноваться не буду, ты меня сделаешь, потому что как бы я уже. Да. Ну я вот 25, это потолок на нем. Вообще в целом доволен электротранспортом? Вообще, да. На заводскую на нем ездил. Там асфальта вообще нет. Да вообще нет, но. А стойка у тебя интересно, да, сделана? Что ты поднял для того, чтобы у тебя был балансировка от того, что ты поставил сюда эти. Из-за подвески за это. Из-за подвески. Ага. Чтобы немножко бровить было. Ну, все да. Равно на нее встаешь, она вниз уходит. По грунту стало очень приятно ездить. Перестало руки дробить. Поменял сразу ручки. Да. Там были с хвостовиками, да. Выкинуло сразу. Ага. Пилот. Руки перестали болеть и не соскальзывали. Ну да, круглые грипсы лучше. Ладно, что, поехали. Ты в ту сторону? Да, барабан. Закрытый. Барабанного типа. Но тормозит очень хорошо. Тут две системы торможения. Электронная с рекуперацией и это. И барабан на переднем моторе. Мотор. Батарея 15400, 15300. Мотор 350, в пике 700. Вольтаж? 36. Ну тут видишь, сравнивать нечего, в плане, что 48 по-любому будет тяговитей, чем 36. У меня здесь батарея на 17 ампер. Ну да. Ну да. Там есть тот же самый силуэт, это Куга М4 Pro. На 13, на 16, да. Тот, который в этом, в шансе подается.
А сзади шуршит это мотор. Плюс мотор тормоз рекуперации как бы шоркает. Он же, я отпускаю газ, он тормозит сам по себе, тихонечко, но тормозит. Там в приложении настраиваешь, можешь среднюю, маленькую, большую рекуперацию ставить. Вообще стоит к нему залезть и посмотреть. Слушай, залезали, все идеально. Не, тут как бы он просто полтос стоит. Это во-первых. Во-вторых, как бы видишь, немножко другой подход, как бы. Джелонги и другие заводы, которые Кугу собирают, у них все поставлено, скажем так, дешево, сердито и быстро. Да, на один раз. Сломалось, выкинул, да. Ну да. На тебя... На тебя смотрят как на этого? Типа, чё чувак едет, блядь, стоя на чем-то? На нас до сих пор жил. Электрические пробки, да. Смотрят, нет, до сих пор на нас с женой смотрят как на этого. Уже когда в тандеме, когда это. Жди. Ну да. А тут как бы вот есть круиз-контроль, 5 секунд держишь, когда он. Да. Не, здесь он. Камерная резина, пневмо. Да, там антипрокольная система стоит. Да, камера, конечно, камера. В кубе кромер. Вот смотри, на раз, два, три набирать начинаем. Дело не в скорости, а дело в этом, в как его, в тяговитости. То есть, ну, разгон у кого будет мощнее. Быстро разгоняет? Да, с места. Ну вот тут небольшой участок, давай. Раз. Остановимся. Раз, два, три. Даю, вымать. Тапка в пол у тебя? Все, и дальше Куга начинает уже как бы вырываться вперед, потому что на нем 48 мощности, и как бы... Видишь, больше зависит от веса. У меня вес 110. Ну и я сотку вешу. А если бы весили по 50, то он бы вообще полетел. Ну да. Потому что мы замеряли две Куги внизу там, с Алексеем. У него вырывается вперед. Почему? Потому что он весит. А, так он легкий. Это который мне делал электрик, да? Да. Он взял себе Кугу? Он его у своего брата. Кстати, а вот идея насчет такого руля, секретного. С этого, с бандита взят. Халк-халк, бандиты. Ну да, да. У него как раз перья были. Это секретно. Угу. Короче, Куга это народный самокат. Да. Относительно недорого. Ну, в правильных руках. Ну да. Кстати, тут ездит дедушка на М5. На М5 я видел, на черном. Он сказал, что... он единственный в городе, по-моему. Да, купил его, полностью перебрал. Ну слушай, для меня как потребителя, как бы, блин, вот, ну вот вам, мужики, нравится это там, перебрал, то все, 5-10. Бля, ну я не понимаю, как взять за 30-ку, а М5 за полтос и, блядь, ебаться с ней. Ну, ему в радость, понятно.
А вот я вот обычный пользователь, я вот покупаю как бы, и нахуя мне это надо, ну по большому счету. Зачем мне вот эти качели как бы, что-то где-то копать, думать, как у тебя там китайцы, повезло тебе, не повезло как бы. Видишь, опять же, у меня два тормоза. Электронный и такой. Типа рекуперации. Да. Как у тормоз двигателем. Тормоз двигателем. То есть ты по-любому никуда уже не это, не полетишь. Ну да, я согласен. Два тормоза лучше, чем один. А задний тормоз лучше, чем передний. Такой, видишь, у меня руки не с того места растут, так я, блядь. Видишь, нужно время. Я считаю, только за зиму смог бы руки передумать, как его. Угу. Потому что переделывать то, что сделано тут, очень сложно. Найти материалы нужно. Ну да. Я съездил весь город. В итоге мне помогли магазин скутер на Шуйском шоссе. Угу. Начал сверлить, разбил обстановки, разлетелись корпуса, поехал снова, уже коронавирус был, кое-как с ним договорился, чтобы он продал еще два, купил два одинаковых, то ли правый, то ли левый. Ну да. В итоге я отвез, есть у нас в городе человек, который занимается велосипедами, профессионально. На этом. В общем, где кладбище? Солжгорская. Солжгорская, да. И кухарь-аниматор. Он велосипед. Он мне помог сделать перья протащить, протащить втулки. С болтом я очень долго мучился, нету таких болтов длинных нигде. Болт от мотоцикла, от заднего маятника. Магазин-то эти основные-то закрыты все. По болтам. Да и у них тоже ничего нет. А так, кстати, если какие-то винты вот эти с такими. На радиозаводе саморезы. Да, да. Я в этом, на красноармейском тоже этот крепеж или да, как он дешевле. Он? Там дешевле, да? Вообще дешево все. Я туда приехал, я на 1000 столько набрал. И болтики, и гаечек, и всего остального. Надо как-нибудь тебе написать и на выходных подснять твой самокат, сделать отдельное видео по нему. Надо вообще народ собрать, да, съездить покататься. Да, да, да. В самоизоляции. Да, видел такое? Слышал? Как на Десне старой, блядь. Ладно, я туда, был приятно увидеть. Я напишу. Все, спасибо, давай. Это был мой старый знакомый, ну как старый, я его год знаю с лишним. Он мне тогда помог, Эдик, нашел человека по электрике, реанимировали Кугу. Тоже тогда денег отдал. В общем, динамика во двора, во дворах. Вот он, включенный круиз-контрол. Вы слышали характерный пип, когда 5 секунд держишь и не надо больше держать.
скорость 24 километра. Нажимаю на тормоз. Этот, как его, круиз-контроль начинает, ну, он отключается.